Всем привет, дорогие друзья, с вами Юмилия, и сегодня мы с вами посетим канал Инджойкина. Этот ютубер знаменит тем, что вот почти каждое его видео становится вирусным. А сегодня мы оценим его видеоролик под названием «Котлетки с пюрешкой». Мой друг снова уже посмотрел это видео и посоветовал мне его посмотреть, и сказал, что этот ролик просто пронизан добротой. Я не знаю, он просто так постебался надо мной, или это реально так, и давайте сейчас мы с вами это проверим. Так, открываем. И, ребят, запускаем. Здорово, начальник, привет. У нас тут тепло, котлетки в обед. Такой чувак угарный, такой вот реально добрый какой-то. Здесь хорошо, тепло, светло, поторопись. А, котлетки! Вот почему пронизан добром. Ну, в принципе, можно было ожидать того, что этот ролик пронизан добром уже по одному названию. Но вот этот чувак прям так искренне говорит про котлетки с пюрешкой. Прям. Такой вот радостный какой-то. Посмотрите, что вот у него глаза такие. Взгляд какой-то такой прям. Ну, давай, будь здоров, Встретимся на обеде. Поторопись. Котлетки. С макарошками? Нет, с пюрешкой. Ты поторопись, у нас сейчас котлетки. С пюрешкой, так вот. С пюрешкой. Офигеть! Ну да, это реально такой вот ролик. Знаете, я сама смотрю, и я вот просто начинаю расплываться в улыбке. Ну, серьезно. Вот этот чувак прям так вот искренне говорит про еду. Ну вот прям, вот видели, так с пюрешкой так улыбается, еще и взгляд у него такой прям. Этот ролик поднял мне настроение. В принципе, как и все остальные ролики Инджойкина. Ну, хотя у него не все так видеоролики прям заходят, что становятся вирусными. Но вот это видео за короткие сроки набрало так много просмотров. И я, ребят, поставлю ему лайк. По-моему, еще... Да, еще не было ни одного видео, которое бы я не посмотрела и поставила бы ему дизлайк. Не знаю, возможно, мне такие прикольные видеоролики попадаются, а возможно, это я настолько позитивная, что мне все вокруг начинает нравиться, когда я на это посмотрю. А вы в комментариях напишите, как вам вообще ролик Инджойкина и расплылись ли вы в улыбке, когда его увидели. И вот знаете, я сейчас только что посмотрела это видео, и у меня вот сейчас в голове слова вот «котлетки с пюрешкой» прям звучат. Ну, а с вами, как всегда, была ваша Юмилия. Если вам понравился ролик, то поддержите его лайком и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые ролики. В комментариях также напишите, какие видеоролики еще вы посоветуете мне посмотреть. Всем пока-пока!